То, что наркотики зло, знает, наверное, каждый. Предупрежден, значит вооружен. Чтобы молодежь была подготовлена, сотрудники библиотеки семейного чтения прочитали лекцию о вреде наркотиков, а также о многочисленных плюсах здорового образа жизни для студентов Щелковского колледжа. Ребятам организовали увлекательную викторину, состоящую из множества вопросов. Мероприятие прошло в рамках антинаркотического месячника, который стартовал в округе. Для нормального функционирования человеку необходимо пить 2,5 литра этого вещества. Воды. Рациональное распределение времени в течение суток. После занимательного интерактива студентам показали небольшую презентацию о пагубном воздействии наркотических веществ на организм человека. Ребята слушали внимательно и сделали правильные выводы. Я давно уже знала, что наркотики – это плохо, но сегодня нам показали конкретные примеры, что может быть, если этим заняться, и какие могут быть последствия. Важно разговаривать с подростками на такие темы, потому что многие сейчас думают, что это какие-то шутки, что один раз попробуют – ничего не будет. И на самом деле при виде наркотических средств у молодежи должно быть отвращение, нежели какой-то соблазн. В Московской области антинаркотический месячник проводится уже не первый год. Его цель – помочь подросткам сформировать негативное отношение к наркотикам, курению и алкоголю. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.